Во Владивостоке новую жизнь получил сквер в районе Тобольская 10 в рамках региональной программы «Тысяча дворов» и сквер на Жигура по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ на обоих объектах проинспектировал глава города Константин Шестаков. Если мы говорим про Тобольскую, мы выполняем комплексное благоустройство для того, чтобы эту территорию использовали как транзитный сквер, но делаем два акцента, делаем акценты на две детские площадки. Я понимаю, что это будет хорошая возможность для того, чтобы с ближайших домов, а мы знаем, что и по Тобольской, и по Третьей Рабочей живет большое количество молодых семей, они с большим удовольствием, я уверен, будут пользоваться этими площадками для детского отдыха. Это национальный проект создания комфортной городской среды. Мы сейчас находимся здесь на улице Жигура. Это также сквер фактически транзитный. Кроме того, перед подрядной организацией стоит задача сделать общественные пространства максимально зелеными. В сквере на Тобольской появится 85 деревьев, часть из которых уже высажена и успешно прижилась. На данный момент на Жигура идут активные работы по высадке деревьев. Здесь будет 21 сосна и 117 кленов. Началось возведение деревянных навесов и установка лавочек. Строительство обоих объектов планируют завершить до конца октября. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.